Американцы досрочно спустили на воду подлодку класса «Джордж Вашингтон» с ракетами «Полярис». К сожалению, наш достойный ответ все еще на стапелях в сухом доке. Он был элитным офицером советских ВМС. При всем уважении, но проводить подобные учения еще рано. Лично у меня нет сомнений, что К-19 готова выполнить боевую задачу. Гордость высшего командования. Испытания начнутся через 2 недели, но лодка не готова. Либо успех, либо смерть. Щит Родины. Никому из матросов не доводилось служить на таком корабле. Это лучшая подводная лодка в мире. Мы не подведем Родину. Надеюсь, вы выбрали правильного человека. Но в самом центре Атлантического океана... Мы же сидим в консервной банке с ураном. Держи, завернешь ей яйца. Только он может помешать супердержавам. Корабль прям по курсу! Продолжить погружение. Ниже 300 метров нас просто раздавят. Я знаю. Развязать ядерную войну. Капитан, они выпустили торпеду! Третья шахта пуск. Он чуть не угробил нас. Партия наделяет вас полномочиями отстранить старшего офицера от командования. Фильм основан на драматической интерпретации реальных событий. Ты неоправданно подверг корабль и команду опасности! Доложить обстановку! У нас течь! Реактор перегревается, задание отменяется. Я сам решу, когда его отменить. Радиация убьет нас всех. Нет! Температура реактора 450 и повышается! Мы потеряли связь с К-19. Гаррисон Форд. Положение отчаянное. В любой момент реактор может взорваться. Хиросима мощностью 1,5 мегатонны. Лиэм Нисон. Ни один капитан советских ВМС не оказывался перед подобным выбором. Судьба корабля, команды и всего мира зависели от его решения. Всем покинуть корабль. Пока одни молятся о чуде, я лучше погибну, чем брошу свою команду. Герои за него сражаются. Экстренное всплытие! 950 градусов! К-19.